раз уж прозвучало слово «семья», Полина Евгеньевна чем занимается? Она будет журналистом. Ее-то понесло. А может, и не будет, не знаю. А как будет с папой общий язык-то находить? Пока общий язык только в музыкальном плейлисте у нас. Да? То есть мы слушаем одну и ту же музыку, отец и дочь? Кое-что, да. Да? Кое-что, да. Ну а что, вот интересно, в чем вы совпадаете? Ну, нам нравится там группа Florence and the Machine. Это нас объединяет. Нам нравится там Beatles, допустим. Нам нравится, хотя мне не все там нравится, группа Radiohead. Вот. Ну, у Radiohead, кроме Creep, вообще, я, честно говоря, вот опять же, если мы про хиты говорим... Да, я тоже, вот я пересматриваю эту группу сейчас для себя. Ну, вот какие-то точки в плейлистах у нас совпадают. Это уже хорошо, я считаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».